Здравствуйте всем! Привет всем, ребята! Сегодня 2020 год, 4 августа, и такое событие! На волю из тюрьмы, из зоны вышел Александр Сафонов, Саня, Санек, и дал интервью Хикану на канале Хикана. Саня рассказывает, как сидел, что делал, как был и как будет дальше. Ребятки, Саня вышел 31 июля 2020 года. К нам он пришел 1 августа. А к нам 1 августа он пришел, потому что 31 июля, когда он вышел из тюрьмы, он звонил на мой телефон. Но у меня вот эта симка, которую он знает, телефон, вот номер телефона, а в другом телефоне там звука нету. Там для смс-ок телефон. Так что Саня там спросил у друзей, ему дали мамин номер. Вот, и получается, позвонил на мамин номер, мама говорит, а кто это звонит? Я говорю, ну возьми трубку. И там, короче, мама говорит, алло, а это кто? А там, короче, говорит, это я, Саня, можно я к вам приду? Вот, и 1 августа Саня к нам пришел и дал интервью Хикану, и все рассказывает, как сидел, как был, что делал и что будет делать дальше. Ребятки, такое событие. Наконец-то, через 3 года отсидки, через 3 года тюрьмы, Саня вернулся и дал интервью. Короче, Саня будет балдеть и кайфовать. Все будет круто, наконец-то Саня на воле, Саня вернулся. И что будет делать, и что он делал там, и как было, и все это Саня рассказывает у Хикана на интервью. Ссылка на интервью Хикана в описании и в закрепленном комментарии. Ребятки, если вы скажете что-нибудь, то я вам сейчас покажу и докажу. Сейчас. Ты вышел из тюрьмы сейчас. И чем ты будешь заниматься? О, даже представляешь, как... Смотрите. Блин, мне на учет надо будет стать отмечаться. А полное интервью. Полное интервью. На канале Хикана. Смотрите. Не везде возьмут. Я как у меня уже позвали на работу, но я там сейчас по здоровью не вывезу. У меня же позвоночник ломанный в пояснице давно еще. Сейчас как бы вот, старая травма дала о себе знать. Я понял. Смотри, Саня, многие говорили, хейтеры в комментариях, что когда ты вы... Вот, ребятки, и что говорили хейтеры? А Саня все ответил на эти вопросы. Ну, хейтеры там в комментариях писали, всякие гадости писали, всякие бред хейтеры писали. Вот, и Хикан спрашивал, правда ли это. И Саня ответил, что да как. Ну, смотрите, ребятки, интервью у Хикана на канале, это было очень-очень познавательно. Мы теперь знаем, что было да как, что будет дальше Саня делать, как будет снимать видео или не будет снимать видео, пойдет работать, не пойдет работать. Так что у Хикана все интервью. Ребятки, Санек вернулся, и наконец-то Саня на свободе. И вы гляньте его интервью, которое он дал 1 августа. Ну, вышел из тюрьмы Саня 31 числа, 31 июля. 2020 года, 31 июля, потом искал наш телефон, потом маме позвонил, потому что не смог мне дозвониться, маме позвонил. Мама спросила, кто там, говорит, это я, Саня, да можно я зайду? Вот Саня зашел, там интервью дал Хикану. А как Саня давал интервью Хикану, смотрите, ссылочка в описании на интервью, которое дал Хикану Санек, и в закрепленном комментарии. Так что, ребятки, полный балдеж. Это будет очень круто, если Санек будет снимать видео и будет там делать контент, это будет очень круто, вот, ну, если Саня не захочет снимать видео, это будет, конечно, очень плохо и печально, но Саня великий блогер, и Саня с тех времен, когда мы начинали, с 2016 года, круто, ребятки, что будет делать, как сидел, все в описании ссылочка на интервью. Так что всем пока, балдежа, удачи, счастья. А я пойду бухать за Сани на возвращение, и пойду бухать то, что Санек вернулся. Это круто.